реформи страхування і доступність. Цього бракує українській медицині. Так про нашу систему охорони здоров'я говорить генеральний директор мережі клініки аптек, який вирішив залишити Америку. Сем Аганов вже 5 років працює в Україні і переконує, у лікарні головним має бути пацієнт. А от про те, чи готова Україна до ноу-хау Сема Аганова, поговоримо вже за мить. Це програма «Відкрита студія». Мене звати Влад Волошин. Вітаю. Просто велику кількість інформації, пов'язаної з вами, знайшли. Хороший, важливий. Каліфорнійський інститут гуманітарних наук, викладач, директор програми навчання в Оксфорді, професор психології, ще й особистий та бізнес-коуч, фахівець з області фінансів. І цей перелік можна було продовжувати. Стільки перспектив перед вами відкривалось. Ви могли б працювати активно в Америці, яку ви залишили і приїхали до України. Можливо, в інших країнах світу, там в Ізраїлі, де медицина на високому рівні розвитку знаходиться. Ви опинились в Україні. Чому? На самом деле я работал много лет в Америке и консультировал во многих других странах, в Европе, в Канаде и так далее. Вот. Но в Украину меня привел определенный проект. Американский фонд инвестировал в клинику в Украине. Меня попросили приехать и быть директором, вывести клинику на определенные показатели. Вот. И с этого как-то все началось. Я приехал, сделал ту работу, которая должна была быть сделана. Но за время, пока я работал директором, естественно, познакомился с состоянием здравоохранения в Украине, а вот потом уже было сложно уехать, потому что... Вам настолько сподобалось? Не совсем. Украинский пациент, клиент, человек заслуживает лучшего, чем сейчас мы можем предложить. И я знаю, как сделать лучше, и поэтому сесть и поехать домой... как-то морально не представлялось правильно. 5 років ви вже працюєте в Україні, так? Практично, да. А що довелось пройти, з чим познайомитись, і наскільки глибоко дослідити українську медичну сферу? Знайомлюсь з українською медичною сферою все время. Это процес, который никогда не, наверное, не остановится. Видел уже много проектов и частных, и как работает это на государственном уровне. Вот. И уже строим свою сеть, потому что уже поняли, как должно быть, как можно это сделать. И сейчас как раз этим занимаемся. А чому не долучались, можливо, були пропозиції взяти участь активно в розбудові там державної мережі, в розбудові там медицини, в розвитку її? Ви знаєте, я думаю, кожен должен в житті займатися своїм ділом. Угу. Політики займаються політикою, я знаю, як робити медицину. Я багато років це робив в Америці. Вот. Это то, що я можу робити. І поэтому я решил, что если моя компетенция в этом, значит, нужно делать это. За цих 5 років, що вас найбільше здивувало в українській медицині, а що найбільше обурило, до прикладу, що вам найбільше не подобається, що відверто не приймаєте? Наверное, удивило больше всего подготовленность или грамотность клиента. А вот такого грамотного клиента, как в Украине, я не встречал ни в одной стране, потому что, возможно, потому что им нужно быть грамотными. Они не просто принимают советы и назначения врача и идут их исполняют. Они придут домой, они обязательно сделают свое собственное исследование, перепроверят в нескольких каналах и только потом будут делать то, что врач предписал. Они очень образованные, они понимают прекрасно. Врач с клиентом здесь практически на одном языке разговаривает. Вот это удивило очень. А звідки така обізнаність клієнтів? Ну, наскільки українці, звідки вони можуть черпати цю інформацію? Черпають это всюду, на самом деле. И это и хорошо, и плохо, потому что иногда много мисинформации. Uh-huh. Например, на интернете можно много информации найти, которая не совсем правильная. Поэтому большая часть того, что делаем мы в нашей сети, это образование. Мы образовываем клиента, там представляем платформу, где найти правильную информацию, как отделить правильную от неправильной. Вот это большая часть работы, мне кажется. Ну, я знаю, что вам так подобается слово «больница». Не люблю это слово. Не люблю. Але це російською. Да. Українською лікарня. А тут вже є інший корінь слова. Ну, саме через корінь слова «боль». Мені не подобається, вже в корні «боль». Ну, не подобається. Так, а от в українській мові слово «лікарня». Да, то лучше. А лікар. Значить, ми отримуємо допомогу. От. Але дуже хотілося б нам, всім українцям, отримувати гідну і відповідну допомогу в наших клініках, ну, скажімо так, поліклініках, які ми ходимо, державних, так, лікарнях державних. Якби вам запропонували реформувати, тому що про це зараз активно говорять. В світлі останніх подій в країні реформи намагають активно впроваджувати в життя. Якби вам запропонували, ви погодились би це зробити? Якщо ми можемо зробити щось краще для людей, то так. А это можно сделать, действительно. Потому что я это сам ведь не сделаю. Ведь нужно создать вокруг себя команду людей, которые понимают и знают, как это делать. А на нашем примере у нас это получается. Если будет другая платформа, можно сделать на другой платформе. Наша цель просто показать, что
медицина может быть качественной, доступной. Если мы можем показать это в рамках нашего проекта, отлично. Если этот проект расширится в какие-то другие сферы, тоже хорошо. Главное, что эта цель... Окей. А что бы вы сделали тогда, якби от дали вам такую возможность? Что в первую чергу в реформировании украинской медицины, на что варто звернути зараз увагу? Надо поставить пациента в центр. У нас, мне кажется, самое важное – это создать процессы таким образом, что мы сначала думаем о пациенте, а потом о всем остальном. Если это делать так, то процессы выстроятся сами, в принципе. А какие процессы мают правильно выстроиться навколо пациента? Вже дали. Правильно продумать процесс, опять же, с опыта пациента, с первого обращения, как его ведут, что с ним происходит вот в этой цепочке. Когда он обращается, какую информацию он получает сразу на входе, когда он попадает к врачу, что происходит в кабинете врача, когда он попадает к узкому специалисту, какая коммуникация между специалистами, между врачами. Здесь просто очень часто бывает так, что клиент идет к одному, к другому, к третьему специалисту и, возможно, даже выполняет все назначения всех трех. Проблема в том, что эти три, не факт, что они друг с другом посоветовались, проконсультировались и работают вместе, в тандеме, как команда. А в медицине это не очень хороший путь, потому что не можно лечить одну систему и не обращать внимания, что происходит с другой. И правильно, грамотно, когда врачи работают в формате там, консилиумов. И вот тогда информация переходит из рук в руки, и пациент получает такой интегрированный план диагностики и лечения. Ми продовжуємо розмову, буквально секундну паузу зробимо. Так і хочеться сказати, доктор Сем повернеться в ефір за мить в нашій програмі «Відкрита студія». В ефірі Чорноморської телерадіокомпанії програма «Відкрита студія». Ми сьогодні, дбаючи про ваше здоров'я, говоримо про реформування нашої сфери медицини з генеральним директором мережі клінік та аптек Семом Агановим. Ну і тепер про ротацію, скажімо так, міністрів охорони здоров'я. Чому у нас так часто змінюється? Знаєте, я на самом деле не лезу в політику, потому що це ж не це політика, можна сказати. Звісно, тому що це мало має общего з медициною, це політика. От. Ну, тому що не простроєна ще система. На самом деле, якщо делать, займатися своїм ділом, як я говорив раніше, оно не допомагає, ну і не мішає. Поэтому ми фокусуємося на тому, що можемо зробити ми. На вашу думку, український пацієнт, крім того, що він обізнаний, який він ще? Требовательный. Мне кажется, иногда недостаточно требовательный. А я хочу, чтобы они были требовательны. Вот я хочу показать пациентам, клиентам нашим, как это может быть, так, чтобы потом, когда они пошли в другую клинику, они сказали, почему там это возможно, а здесь невозможно. Должно быть так. Вот если показать, как правильно, вот это будет здорово. Поэтому требовательность – это важно. Згідно с Конституцией Украины, у нас медицина безкоштовна. Це реально взагалі? Я не думаю, что она у вас когда-то была полностью безкоштовна. Да. Потому что оно всегда так называлось, но оно по факту никогда так не было. В світі, тому що я, наприклад, у мене є приклад Ізраїлю. Там дійсно люди отримують якісні медичні послуги. Дійсно медицина розвивається, це один з лідерів в світі. Так? От. Та не всі послуги безкоштовні. Чи може взагалі медицина бути апріорі безкоштовною? Не може. Навіть коли вона в Штатах теж є программы, которые для получателя сервиса ничего не стоят, да? Но это не значит, что оно бесплатное, потому что за это все равно кто-то платит. Я плачу, когда я плачу таксы, ну, налоги, то мои налоги идут, отчасти идут на обеспечение здравоохранения для там, пожилых людей, к примеру, да? Когда этот человек получает сервис, ему он ничего не стоит, но он не бесплатный, потому что кто-то за него платит. Поэтому вот от этой концепции бесплатности нужно уйти, оно чего-то стоит. А потом медицина, она очень сильно полагается на research, на исследование. А чем рискует держава, яка декларує в своей конституции те, что медицина має бути безкоштовна? Я не знаю, мне кажется, мы просто немножко вводим людей в заблуждение, потому что мы говорим одно, а получается другое. И часто люди от этого нет навыка, как правильно выбрать сервис. Потому что, когда я выбираю сервис, я знаю, что я за него плачу, я голосую деньгами. Понимаете, я иду, я выбор делаю, куда, где я потрачу свои деньги. Вот. Когда это просто бесплатно, очень сложно почувствовать ценность, и очень сложно сказать, чем я голосую, собственно, почему я выбрал
эту клініку, а не эту клініку. Тобто, фактично, заява, медицина безкоштовна, тоді лікарі безкоштовно працюють, так? От медсестри, лікарі, ліки десь безкоштовно нам треба отримувати, в когось просити постійно. Так, оборудовання ми просто так привезли і поставили. Понимаете, не работает. Щоб цей механізм запрацював, знову ж таки, це страхова медицина в світі, вона в фаворі, тим більше, що вона дійсно дає свої плоди і активно, правильно працює. Багато хто в Україні, там українці, вони вже страхують себе на ті чи інші випадки, так? І що нам треба зробити для того, аби глобально підійти до цього, вирішення цього питання? Знаєте, вже багато робиться, і страхові, у страхових компаній надо просто всегда помнить, мне кажется, да, Влад, что страховые компании, они, это, они не в бизнесе медицины, они в бизнесе страхования. Поэтому я думаю, что вот та модель, которую делаем мы в своих, своих клиниках, в своей сети, это мы предлагаем клиенту продукт, который убирает вот этот middleman из, из уравнения. Клиент приходит к нам напрямую, без того, чтобы у кого-то спросить разрешение, грубо без говоря. Без посредники. Да, да, да. Вот, поэтому мы, мы выстраиваем немного другую систему, чтобы показать, что можно заботиться о здоровье все время и при этом делать это непосредственно со своим там, лечащим врачом. В Америке есть такое понятие wellness visit. Wellness – это значит добро, благополучие. Да? Wellness visit – это ты посещаешь врача, у тебя ничего не болит. Ты идешь туда просто провериться, убедиться, что все работает профилактичный нормально. Да, такие да, визит до да, лекаря. Да, да. Так вот, в рамках там, классической там, страховой медицины – это сложно продвинуть такой концепт, такую концепцию, потому что обращение к врачу должно быть для чего-то, да, с какой-то болью, грубо говоря. Вот. У нас такого нет. У нас с нашими годовыми программами можно просто прийти к врачу. Как и все-таки есть. Слово «біль» вы вжили еще и на лексиконе. З тим, що турбує, ми завжди говоримо, у нас є програма «Країна здоров'я», також в ефірі такого Чорноморського радіокомпанії. Так от, ми завжди говоримо, якщо вас щось турбує, тоді можете звертатись до лікаря, а так, щоб жодної болі не було. Да, да, да. Ми продовжимо розмову, ми секунду паузу обов'язково зараз робимо в ці хвилини в ефірі Чорноморська телерадіокомпанія. Я просто хвилююсь, тому що бачу перелік тих питань, які в нас попереду, а вони доволі цікаві. Вони будуть стосуватися вже безпосередньо діяльності вашої клініки. От, і ми познайомимося безпосередньо з нею трішки. Не перемикайтесь. Генеральний директор мережі клінік та аптек Сема Ганов. Є гостем програми «Відкрита студія» в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Ну і тепер про клініку, в якій ви працюєте. Надзвичайно ж, багато клієнтів, напевно, звертається до вас. Ну, клієнтів, пацієнтів. Клієнт, да. Це слово має бути на першому місці. Взагалі, а яке ставлення українських пацієнтів до американських клінік, до прикладу? Ви знаєте, ми, коли виходили на ринок з концепцією, навіть, що ми хочемо зробити, ми одразу вирішили, що ми... Я не хотів строїти там сеть клінік, или клинику там для экспатов. Это не было нашей целевой аудиторией. Мы хотели сделать клиники для украинцев, чтобы показать украинцам, что медицина может быть доступной, может быть, ей можно доверять. И, собственно, начали выстраивать вот всю сеть, все процессы в сети с этим в уме. И, мне кажется, получается то, что мы задумали, потому что приходят клиенты. Уже сейчас у нас есть, ну, уже первая клиника открылась два года назад, и уже сейчас у нас есть клиенты, которые с нами все это время доверяют нам здоровьем и своих семей. Вот, поэтому получается. В чем ее особенность и концепт взагалі? Мы стараемся сделать медицину целостной и интегрированной. Когда к нам попадает клиент, мы не просто адресуем то, с чем он пришел. Мы действительно стараемся заняться его здоровьем. Если человек болеет, конечно, мы его вылечим, это наша работа. Но когда мы начинаем строить отношения с клиентом, это долгосрочные отношения. И наша задача не просто лечить его, когда он болеет, а обеспечить более высокое качество жизни для него посредством того, что мы заботимся о его здоровье все время. И, соответственно, он будет болеть реже, а если и заболевает, мы его лечим быстрее, потому что мы его знаем уже. То есть, фактично, вы ведете историю клиента? Мы создаем отношения долгосрочные. Да. Чи легко працюється таким клиникам взагалі на ринку в Украине? Интересный вопрос, Влад. Не знаю. Некоторые моменты... Подводные течи, камни, тиск, ну я не знаю. Знаете, что сложно? Сложно, наверное, поддерживать там тот темп, который я задал сразу с самого начала. Потому что есть большой спрос на это. И успевать за этим спросом так, чтобы
грамотных врачей постоянно набирать в штат, так, чтобы обеспечить вот эти процессы, чтобы, оно, чтобы для клиента был очень такой smooth experience. Вот это, наверное, сложно. Вот и на ваши слова правильных лекарів підбирати. Я хотів би зараз акцентувати увагу, скільки працює у вас лікарів в клініці? Сейчас, наверное, порядка 50-60. Ого! А як відбувається кастинг? Кастинг? Смотрите, для меня очень важно, чтобы врач любил то, что он делает. Вот просто есть врач, и у нас у всех это бывает, в разные этапы жизни мы можем устать от того, что мы делаем, например, да, а можем гореть тем, что, тем, чем занимаемся. Вот мне надо вот это, мне надо, чтобы человек горел тем, что занимается. Это первое для меня. Мне надо видеть свет в глазах, когда я общаюсь с врачом, если я разговариваю с педиатром, я это почувствую сразу, это сразу видно. Как этот врач будет с детками, да, работать, обращаться. Вот. Это первое. Потом, естественно, мы смотрим на квалификацию. У нас очень такой структурированный процесс вхождения в команду, да, который построен на том, что мы сначала очень тщательно отбираем врача, а потом также тщательно его тренируем под нашу концепцию работы, потому что у нас некоторые процессы, они отличаются от тех, которые там в других клиниках. Причем это связано и с протоколами лечения, и с подходом, и с, даже с такими вот, ну, с логистикой. У нас врач каждый раз выходит и встречает клиента на ресепшн и проводит его в свой кабинет. Да? Он ведет себя как хозяин вот этого пространства, потому что так и должно быть, он и есть хозяином этого пространства. Вот. И вот такие процессы тоже. То есть мы врачей тренируем, как работать уже потом в сети нашей конкретно, с нашими, по нашим протоколам, по нашим... И фактично, когда украинец будет застрахован, он сможет вернуться, например, за послугами до вашей клиники, правильно? Да, мы принимаем многие страхи. Что в терминовом порядке в Украине сделать треба для того, чтобы страховая медицина заработала активно? Информацию, наверное, клиентам больше. Нужно просто давать информацию о том, где есть какие сервисы, и дать клиенту право выбора. Если это будет, то клиники, как наша сеть, другие клиники, они подтянутся. А сколько часу треба для того, чтобы полностью реформировать медицину, чтобы она действительно стала страховой? Не знаю. Это важкий процесс взагалі. Да, я не знаю, это правильно, и хотим ли мы сделать, чтобы все было только в рамках вот этой страховой медицины. Может быть, не это и главный путь. Потому что, я еще раз говорю, клиент должен в конце дня голосовать деньгами, и всегда должно оставаться какое-то место для этого тоже, я думаю. Я чего про это запитую, потому что мне кажется, что как раз это самострахование дозволило бы каждой людині отримати от той рівень сервісу і послуг, який є, до прикладу, ваших клініках, а не той рівень, до якого ми звикли в радянських. Взагалі, чи потрібно зробити так, щоб в нас переважала велика кількість там приватних клінік все ж таки в Україні, аніж державних? Ви знаєте, должен бути баланс. В будь-якому випадку в странах, де медицина працює на там на другому рівні, і є цей баланс. Но сейчас, вот буквально пару днів назад, з вот этими реформами виглядить так, як будто ми двигаємося дійсно в цьому направлении, як будто вже буде определенный бюджет виділятися клінікам і врачам, щоб обслуживати клієнтів на вот такой базе, на базе страхового. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що були гостем нашої програми. Ну, чомусь мені здається, що все ж таки у нас все буде гаразд, і в Україні, зокрема, і в нашій медицині. Просто трішки ще треба правильно надати інформацію клієнтам і пацієнтам. Будемо працювати над цим. Дякую. Хотів би подякувати за співпрацю і сприяння в зйомках нашої сьогоднішньої програми. Також мережі клінік та аптек «Доктор Сем». Це була відкрита студія в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Бережіть себе. Обов'язково побачимось.